Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, уважаемые братья и сестры. Искренне поздравляю всех с праздником Курбан-Байрам. Этот праздник символизирует щедрость и проявление благодарности Всевышнему. Пусть Всевышний в эти дни дарует каждому свою милость и примет от каждого его курбан, его пожертвования и его молитвы. В эти дни верующий должен часто взывать ко Всевышнему, восхвалять его словами такбира. Пусть Всевышний Аллах, субханаху ва та'аля, примет от вас и от нас. Айдукум мубарак, Курбан байрам нас хайрлосан, зи святым Курбан байрам.